продовжувати і зараз на цю сцену, на цю шикарну сцену хотілося б запросити дуже відому людину, яку знають абсолютно всі. Зустрічайте. Гагарін Артем! Привіт, брате! Уже всі були, Тьома. Всі були, ну, да. Тільки тебе тут не вистачало. Я пішов, я... так? Ні, все нормально. Я от просто думаю, що я ще не чув і не бачив такого, щоб я міг засміятися? Смотри, ти просто хочеш, щоб я визвав у тебе якісь емоції? Могу сказати фразу, яка у тебе визовет такой, ну, определенный рефлекс, знаєш, как? Так. Вот в последнее время в Украине все настолько политизировано, что политики говорят на всех каналах, даже не канал Discovery. Понял. Да, я просто чуть-чуть забегаю вперед, что я сегодня здесь буду делать. Буду вас немного веселить, и не только... Не политика, без политики. У нас, хорошо. Ну, смотри, Оля сидит. А вы знаете, что Оля и ненародная, и незаслуженная артистка Украины? Понимаете? Оля и народная артистка Украины. Тихо. Вы считаете это справедливо вообще? Вот как? Вот да. Оля заслужила звание в конце концов получить? Нет! Кричит зал! Я дуже хотіла бути народною артисткою, але коли відмінили таку пільгу, як безкоштовне місце на Байковому кладбищі, то я подумала, що вже може і не треба. Ну там в метро можна їздити безплатно, Оль. Та ти що? Ти не відказувайся так швидко. Ну, я подумаю. Добре. А ви знаєте, що Артем одного разу вів балкон танців з зірками? А, да, була. Да. Ви знаєте, я думала, що гірше танців з Комаровим нічого не може бути. Але раптом Артем заговорив по-українськи. А я хотів не реагувати на те, що ти теж неплохо танцювала, Оля сказала. Ладно, Тёмчик, давай. Я готов, но без... Ваши аплодисменты! Без плазмы я никак не смогу, поэтому под аплодисменты плазму внесите, пожалуйста. На сцене появилась плазма. Зараз Тёма на один. Прошу, первая хвилина пішла. Поехали. Не политическая Discovery. Оля Полякова даже дома посвящает все свое время музыке. Правда, это нравится далеко не всем. От России на Евровидение поедет группа Little Big. Сразу после «Рассмеши комика» смотрите «Свитское життя» с Катериною Осачою. Домашнее животное похоже на своих хозяев. Найдена собака-монатика. Вітаємо вас, Артем, ви получаєте 1000 гривень. Да. Браво. Я получаю 1000 гривень і теряю друга Діма Монатіка. Давайте продовжувати. Поїхали. Друга хвилина, можливо, заробити 5000 гривень. Погнали. Оказывается, Борис Апрель стал Зіанжей не по своей воле. На свадьбе Димы Комарова первый танец молодых чуть было не закончился трагедией. В Житомире прошел конкурс... Дима, хватит. В Житомире прошел конкурс двойников Оли Поляковой. Прям сотеньку собачка взяла в Полякову. І приносить Тьомі 5000 гривень. А коли це ти так співала, Оля? Боже, ви нічого не бачили. Ви що, йдіть у Ютуб і наберіть шльопки опера і послухайте це. Ну, окей, добре. А ми не бирали шльопки, але вибирай якісь там в'єтнамки, виносить. Це класична пісня. Угу. Розумієш? Бетховен вмер, Бах теж. Полякова розумію. Жива. Після прослушування? Или... Это никак не совпало. Третя хвилина, яка може принести вам, Тьома,
10 тысяч гривень. Да. Погнали. Вот, кстати, по поводу концерта и песни «Шлепки» в оперном исполнении. Как люди на концертах реагируют на эту песню? Смотрим. Да, темп хороший. Поехали дальше. Поговорим об этом шоу. Итак, как смеется Евгений Кошевой на «Рассмеши комика»? Правда, иногда его смех выглядит немного наигранно. Ткач понял, что опаздывает на съемку, поэтому решил ускориться. Зараза ты, Артём, просто ты. Браво! Вітаємо вас! Вітаємо вас, Артеме! Ви получаєте 10 тисяч гривень. Браво! Следующая хвилина, рухаємося далі. Юра Ткач на шашличках. Кто-то видел ТикТок Горбуновой Осачи, да? Вот об этом следующее. На что только не пойдут Юрий Горбунов и Осачи, чтобы набрать лайков в ТикТоке. Adelante, arriba. Продолжим. Ну как же продолжим? Что такое? Женечка засмеялся на 25 секунд. Я не смеялся. И зарубляет Тёме 20 тысяч гривень. Браво! Не Тёме. Она нужна, хорошее дело. А Тёма потом то все віддаст на добрі справи. Одна хвилина залишається, Тёму, в тебе і 50 тисяч гривень можливість заробити. Готовий? Я готовий. Продовжим. Поїхали. Продовжим о тіктоке. Настя Каменських третій час пыталась снять новое видео, но Потап с позитивом ей мешали. НК вообще съехала на ТикТоке, она записывает видео даже со спящим Потапом. Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра. Юзика из квар... В смысле, Юрия Валерьевича Корявченкова сразу видно среди других депутатов. После того, как в квартале Кошевой стал главным, все роли актеры получают вот так. Боже, це реально правда. Що ти трендиш? Це реально правда. Чистая правда, чистая правда. Вітаємо вас. Артем Гагарин заробляє для своєї команди 50 тисяч гривень. Красавчик. Тьома, скажи, в тебе ще щось є? Ну, да, я могу ще чуть-чуть. А може покажи просто так? А може оставимо на квартал? Ну давайте еще парочку, да, покажем. Поехали. Бонус! Бонус від Артема Гагарина. Поговорим про Евгения Кошевого. Чтобы лучше пародировать Кличко, он даже записался на бокс. Кто только не пел в дуэте с Монатиком, в интернете появился новый клип. Эй! Дай мне ударных! Я хочу ударных, я хочу бессонных, ночи извини, Оля. Представьте, Оля Полякова впервые узнала, что конь, который танцует у нее на концертах, не настоящий. Ваші оплески, дорогі друзі! Тьома, вітаємо вас, ви заробляєте для своєї команди 50 тисяч гривень. Браво!